Рассказываем про бамбуковые полы, но сначала подпишись. Бамбук – это тростниково-волокнистая древесина, массив которого идет толщиной около 14 мм и состоит из прессованных и скрученных волокон, делая его мега плотным и прочным, вследствие чего он тверже дуба в 4 раза, около 14,8 по шкале Брюнеля. Это позволяет ему выдержать колоссальные точечные нагрузки, а многослойные лаки позволяют ему оставаться как новым очень-очень долго. Подойдет к укладке в любые помещения в квартире, даже на кухню и в санузел. Не боится больших перепадов влажности и температур, но все-таки заливать его кипятком не стоит. Полностью антистатичный и гипоаллергенный. Укладывается плавающим способом через замок на подложку. Но все же, если вы хотите во все помещения его постелить без порога, то лучше его приклеить. А волокнистая структура бамбука позволяет добиться особенных дизайнов и необычных декоров. Поэтому могу смело рекомендовать это напольное покрытие. Подпишитесь, у нас все о полах.